Сегодня губернатор Александр Цибульский проинспектировал ремонт дороги от Маймаксанского шоссе до улицы Капитана Храмцова. На участок 7 километров 240 метров выделено более 260 миллионов рублей. В проекте оптимальный подход к проектированию городских улиц. Полосы движения по 3,5 метра в каждом направлении. Тротуары с двух сторон более чем по 2 метра, что сопоставимо с параметрами трассы М8. По словам подрядчика, такие параметры повысят безопасность движения и позволят качественно обслуживать дорогу. Также Александр Цибульский поставил задачу обустроить на отремонтированном участке остановочные павильоны. По контракту ремонт улицы Победы должен завершиться в сентябре.